Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Трэш. Сегодня мы познакомимся наконец-то с новым героем. Посмотрим, что он может, как он может, куда он может. Действительно, это будет имба или нет. И что же будет все-таки с зефирами и прочим. В общем, поехали. Лут Мэри. Обменяли. Сейчас единственное, мне надо освободить место. У меня... Сколько у нас там силы? 8079. Мне интересно просто, сколько места. Надо кого-то, к сожалению, слить. Я думаю, кого можно убрать, кого я не использую. Призрачный, в принципе, нам нужен. Огник. У меня два огника есть. В принципе, одного можно чикнуть. Они все равно одинаковые. Нафиг не нужны, хотя с другой стороны тоже использую. Так, у нас тут такой ненужный есть, потому что Роньку потом опять качать придется. Много героев, я их просто не использую всех. А Валька нам, в принципе, для теста нужна будет. Блин, придется какого-то Ронина убирать. Шапку мы только качнули. Или Леди Лео убрать. Потом, если что, перекачаю. Вот хрен знает. Ты чувствуешь, когда выбил героя, не знаешь, кого слить. Так, сейчас я поищу Ронинов. С какого-то Ронина выберем. А вот этот Ронин с Берсом, походу. Ну, надеемся, что это он. Бум. Так, сила у нас сразу же конкретно опустилась, минус 15к, немало так, прибавка от Ронина. Поехали. Блуд Мэри, легендарный герой, юз, бум. Поехали, будем знакомиться, смотреть, что за герой. Самому просто интересно, хоть и битва гильдии, но... Интересно посмотреть все-таки на этого героя. Так, вместо землеройки сейчас мы его поставим. В принципе, стрелок. И землеройка пусть будет. Давайте вместо стрелка. Вместо стрелка. Посмотрим, что герой может. Какие статки у него. Так, ну это понятно. Уклонение, крит. При домах 1200. Интересно, интересно. Как у всех героев. Такс. Ну, скилл его наносит атаку 10 целям. Каждую секунду в течение 5 секунд понижает ихнюю атаку. Атаку на 16. Так. Даун 6,5, также неуязвимо. 2 секунды, даун 6,5. Ну, давайте улучшим. Сразу же качнем десяточку. Так, 430 дамага, 10 целей. 6,5, 4,5 неуяз. Так, окей. Давайте какой-то талант. Подберем ей. Даже ремочку поставим на первое время. Так, немножко подкачаем. Хочу посмотреть, автопрокер или нет. На подземка глянем. Just 'cause it was
Так, есть. Давайте питомца ей поставим, ангела, чтобы не дохло. Поехали. Начнем с подземок, посмотрим, что там у нас в подземках она сможет показать. Так, автопрокер. А как энергия забралась? Нифига себе, посмотрите, как она обалденно бьет. Офигеть. Мне она уже нравится. Дальник, скорость атаки офигенная. Блин, крутая. Реально крутая. Без проблем, вообще изи. Так, ну это понятно. Давайте на эксперте посмотрим. Против драконов. Так, станется, да? Так, ну то есть вариант ее можно застанить. И все, и на этом весь наш трэш закончился. Хорошо, не вопрос. Не вопрос. Попробуем. Это немножко подкачаем. Мана нету. Что за непорядок? Не знаю, ли у меня там есть мелкая эмблема утекания, сейчас глянем. Наверное, вряд ли, а может и есть. Пятая. 71 уровень, сейчас и качнем. Посмотрим, мне интересно посмотреть, чтобы она дольше пожила. Поставим ей слона вместо ангела. Так, ставим сюда. Где ты? Блин, теряюсь. Так, есть. То есть ее можно застанить. Первый минус мы видим. Плюс она автопрокер и дальник. Скорость атаки, конечно, у нее такая нехилая. 1000, ну, блин, смотрится. Так, иммунитет к молчанию, игнорит дамаг и к забору энергии. А, имеет быстрый набор. В принципе, это плюс. Ну, по сути, ремка ей не нужна. Она и так быстро набирает энергию. То есть ремка бессмысленна вообще. Но если брать подземку первую, там где мы бегали, тут юниты подальше. Вот видите, она сразу же автопрокает. То есть она включается сразу, но потом уже, когда она атакует, когда рядом вот быстрый набор. Ну, то есть ремка, по сути, ей по большому счету не нужна. Такс. Давайте поменяем тогда. Попробуем что-то интересное выловить. Ну, понятно, что ее лучше собирать будет с уклонением и какой-то дафный вариант. Подашка, либо с таким вариантом. Поехали.
4,5 секунды с 6 она неуязвима. Единственный минус, как видите, то, что она станется. И когда она станется, вот по ней даже не попадает толком. То есть вариант, когда она станется, она не может ничего делать. То есть она блокируется. Вот, поэтому тут на PvP вариации очень много разных. Ну, вариант, чтобы не пробивали, это огненка либо СО, скорее всего, плюс выживание эмблемой. Сейчас попробуем прокачать дальше, поставим ей выживание. Ну, утекание классная вещь, но выживание все-таки получше будет. Заодно посмотрим, так, 98 левел, заодно посмотрим, как с выживанием будет работать ее умение. Так, соточка есть. Что-то другое по таланту найдем. Поставим. Ну понятно, против отражалок, я думаю, она сливаться будет очень быстро. Так, у нас получается выживание, которое дает неуяз. Все равно будет срабатывать плюс ее талант. Видите, станется, но уже получше. То есть с выживанием она неплохая. Смотрите на зону атаки, она бьет вокруг себя все цели, то есть впереди, сзади, без разницы где. Это интересно, это реально интересно. Ну тут прилетело. Так, хорошо. Давайте попробуем дальше где-то. Давайте попробуем на этой кошмарке. Интересно просто посмотреть, как дамаг будет ей прилетать сейчас. Вот смотрите, как бьет цели. Критует при том. Смотрите, как она критует. Обалдеть. Вот видите, застанилась и все. То есть она боится стана. Блин, ну не знаю. Герой довольно-таки неплохой. Мне нравится, по крайней мере, уже. Так, давайте попробуем где-то. А, хочу попробовать ее еще. По-моему, это подземка, да. То есть, как видите, она летающий или нет? Или все-таки не летающий? Интересно, чтобы она забежала. Но бьет забор, бьет полностью все. То есть, атакует все полностью цели. Не летающий вроде. Да, летающий герой. Так, насчет автопрока теперь интересно посмотреть еще. Так, насчет автопрока. Так, в судьбе она с красных героев критовых. Насчет автопрока. Как она будет на с воодушкой? Так, с воодушкой поехали на подземочке.
Блин, надо все-таки, наверное, поснимать героев. На секунду сниму, показать и посмотреть, как она покажет, будет, будет ли автопрокать на волнах, или нужна ей цель, или нет. Так, давайте с волны начнем. Так, набрала энергию. Видите, она не дамажит. Нифига себе, ну-ка. Да, видите, она только по зоне. Если попадают в зону... Она на себя накидывает щит, но героев она вдали не бьет. То есть только все, что попадает в зону действия ее атаки, получается так. Ну, она на себя накидывает щит все время. То есть автопрокер. Но дальность, конечно, у нее такая себе. Ну, по сути, если так посмотреть, ей пофиг. Урон. Единственное, немножко от хила надо будет ей добавить. Дефный вариант плюс уклонение, она просто неубиваемая будет. Так, что-то я не на ту волну пошел. Давайте волну С. На отражалках будет сливаться конкретно. То есть ее можно будет убить отражалкой. Тут вот сейчас будет самое интересное. Блин, дамажит она, конечно, бешено. Так, Атлант не успел включиться. Отхила, как видите, у нас сейчас нету. Да, все-таки... Заряжается ее щит, получается, она своим скиллом бьет, то есть ударом будет бить только, когда будут в зоне действия. Ну, не знаю, мне нравится, пока нравится. То, что летающий и автопрок идет. Но вот дальность атаки, конечно, у нее не ахти. Но по дамагу она реально хороша. Смотрите, и миссуют уже. И убить не могут. У нас выживания нету. То есть водушка работает, получается, только на ее щит. По сути, даже и водушки не надо. Интересно. Ну а теперь, ребят, самое интересное. Сейчас я зайду еще на тестовый ак.
Так. Выставлю некоторых героев, поменяю их. И попробуем с вами посмотреть, как работает ее скилл основной, который пробивает, игнорирует бронь. Для этого мы поставим Зефира, Овника. И Фрейку. Так, где-то моя Фрея. Фрейку. Ну, в общем, не знаю, пока герой хорош, единственное, надо будет прокачать его на максималку. Так, поехали. Магия. Сейчас магию возьму, потому что там герои более прокачанные, они нас будут сливать. Такс. Изменения. Так. Ехали. Вот Фрейка есть. Смотрим. Че там, ребят? Как оно? И герой без эволюции просто унизил только что. Я даже не знаю, что сказать. Это просто. Ну тут понятно. Но то, что вы только что видели, это просто жесть. Тут с отражалкой Овник. То есть она убивается сама по себе. Ой, точнее Зефир, но Огник и Фрея просто улетели, и Зефир тоже улетит. Зефир там просто 30-й прорыв, она его не пробивает. Это просто шок. До свидания. Это при том, что она у нас не прокачанная так как надо. Обалдеть. Она без эволюции, без ничего, без аугментации. Тут герои с аугментациями, со вторыми авами. Она просто сказала им до свидания. Да. Я так закину, чтобы вы видели, заморозку кину. Вот смотрите, 110, то есть она пробивает, по сути, его сквозь его защиту. Просто обалдеть. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите уже прокачки. Всем удачи, всем пока.